Авария произошла рано утром на участке дороги возле села Бадам в пригороде Шымкента. По словам очевидцев, Mercedes-Benz, двигавшийся по дороге в сторону Ленгера на большой скорости, внезапно занесло, и он врезался в боковую часть встречного Volkswagen. От сильного удара Mercedes развернулся на дороге и вылетел на обочину, вспоминает пострадавший в результате ДТП. Мы ехали по дороге в Шымкент в Мерседесе, хотели пойти на обгон, но машину нашу занесло на гололеде, нас несколько раз развернуло на дороге, мы врезались в какой-то автомобиль, а дальше я ничего не помню. Водитель Мерседеса подвозил незнакомых людей в город, пассажиры, так и не прибывшие в пункт назначения, получили травмы различной тяжести. Всего в больницу было доставлено 5 человек, среди них 28-летняя беременная женщина, двое пострадавших, 19-летняя девушка и 32-летний мужчина поступили в реанимационное отделение. Два пациента были помещены в реанимационное отделение. Один пациент с многочисленными переломами, внутренним кровотечением и разрывом внутренних органов отправлен на операцию. Еще двое госпитализированы в отделение травматологии. Пока двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, у двоих состояние средней степени тяжести, говорят врачи. По факту этого ДТП полицейские начали расследование.